Сергей Рыжиков. Это номер один навсегда Сергей Рыжиков. И вот очень, все-таки я такой футбольный болельщик, конечно, да, очень не приветствую политику Дика Адвоката, то, что не берет Рыжикова в состав сборной России. Он номер один. Это 100%. Ну, Рыжиков самый, как, любимый игрок и более адекватно судить, он лучший в Рубине. И Кристиан Набо, вот капитан, и Рыжиков Сергей, вот это вообще вот мужик. Мне Рыжиков нравится. Шаронов, очень рад, что Шаронов вернулся, то есть возвращается вот сейчас, потому что очень хороший игрок, стабильный. Рязанцев неплохо. Радует, что Шаронов вернулся. Я думаю, Набо. Да. Ну, потому что он капитан и хорошо играет, стабильно забивает. Набо, я думаю, что очень главную роль выполняет. Вот. Когда ушел Бухаров, я думаю, что одним из главных нападающих стал Корниленко. Я очень хороший игрок. Касаев хорошо играет. Касаев очень большой вклад вносит в победу. Там, его там моторность прям вообще поражает. Старается человек для команды играет. В Бакете. Вот после его перехода, первый матч, конечно, был таки немного у него нервный, но потом, по-моему, он очень прекрасно вписался, и его центральная связка с Эссером Наусом, по-моему, считается одной из лучших в России, если не говорить то, что и в Европе. Лучше всего, наверное, влился. Вот последнее время я посмотрел Бакете. Ну, мне нравится защитник Навас. Медведев понравился, глаза горят. То есть парень хочет играть. До этого ему немножко не получалось, не давали. А по итогам сезона Касаев, конечно. Алан наш лидер на данный момент. Большие надежды возлагаю на Карлоса Эдуарда. А так, в принципе, состав довольно-таки сбалансированный. Эдуарда, он как пришел в клуб, сразу начал хорошо играть. Вот, отличился сразу. Два гола в одной там игре забил сразу. Мне понравилось, как играет Калешин на последнее время. Большое спасибо Рыжикову за то, что он подходит к фанатам и аплодирует, чего хочу пожелать остальной команде. Ведь мы поддержим ее всегда с ней на трибунах, дома и в гостях.